вернемся и попробуем сделать что-то подобие кустарника. Я взял вот медную проволоку, скрутил ее и сейчас буду делать веточки. Вот такой кустарничек у меня получился. Сейчас нам нужно его покрыть клеем. Клеем я буду покрывать его моментом, для того, чтобы скрыть весь рисунок проволоки. Также мне потребуется поролон, я его покрашу, это не я придумал, это можно увидеть в интернете. Он очень хорош для формирования кроны для деревьев и травы. Итак, начнем. Теперь приступаем к покраске поролона. Также добавляю клей ПВА. Зеленую краску, ее лучше не разбавлять водой. Также все надо тщательно перемешать. Можно добавить немножко черной краски. И также все это выложить на целлофан, сохнуть. Итак, поролон высох. Я его пропустил через мясорубку. Он у меня стал вот такой. Теперь с помощью него можно будет сделать крону для кустарника, который будет расположен на подставке. И мох. Немножко он темноватый, я потом его смогу подкрасить еще. Итак, вот такой кустарничек у меня получился. Теперь надо его положить, чтобы он подсох. А потом начать красить. Так, я еще раз подкрасил поролон. Но взял немножко больше черного. Поэтому уже на ветках, когда я буду размещать его на кустарнике, я уже буду на месте еще подкрашивать более светлым. Немножко переборщил я с черным. Так что подождем, когда все подсохнет, потом покрасим и начнем формировать крону. Итак, мой кустарник подсох. Сейчас нужно будет его покрасить.
Итак, дерево подсохло, теперь нужно покрыть его коричневой краской. Итак, я приближаюсь к финальному этапу наклеивания кроны на кустарник. Сначала начинаем наклеивать снизу веточек. Итак, снизу все наклеено. Теперь будем наклеивать поролон сверху. Старайтесь закрывать все выходы проволоки, чтобы не было видно, чтобы была полноценная веточка с листвой. Итак, вот такой кустарник у меня получился. Теперь нужно дать ему высохнуть и потом уже приклеить на подставку. Сейчас я просто сюда его воткну, пусть он подсохнет.